Это ужасное землетрясение привело к огромным разрушениям, зарегистрированным на юго-востоке Турции. Последствия были настолько плачевными, что Турция обратилась за помощью к международному сообществу. Кыргызская республика – одна из первых, которая направила помощь в виде спасателей, юрт и медицинской помощи. Так были направлены 173 спасателя. Медработники – 5 специально обученных собак к местам происшествия. С их помощью из руин были спасены 8 живых человек и были найдены тела 198 жителей. В землетрясении погибла и гражданка Кыргызстана. Мы выражаем соболезнования родным и близким. Также хотим выразить искреннюю благодарность всему кыргызскому народу, главе государства Садыру Джапарову и всем, кто принял наше горе как свое. Спасибо вам. Совместно с государством, кыргызское общество, простые люди, представители культуры, трудовые коллективы оказывают материальную помощь. Наиболее необходимая материальная помощь для поддержания жизни во время чрезвычайных ситуаций сегодня составляет 50 тонн, которые были доставлены в пострадавшие районы Турции. Кроме того, на специально открытый счет было собрано 992 869 долларов США, 1418 евро, которые были переведены на счет турецкого государства. Также в городе Газиантепе установлены 127 юрт. Кыргыз Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı ile temas ederek вы проявили единство, сплоченность с нашим народом. Даже отдаленные регионы страны помогали нам и выражали соболезнования. Это доказывает искренность и преданность двух братских народов. Мы никогда не забудем ваше добро и поддержку, которую вы делали от чистого сердца. Сегодня в посольстве Турецкой Республики в Кыргызстане прошла специальная встреча, посвященная оказанной кыргызской стороной помощи пострадавшим от землетрясения. В нем посол Ахмет Садык Доган выразил глубокую благодарность всему кыргызскому народу, каждому гражданину, оказавшему помощь в такой сложной ситуации, и подчеркнул, что братская поддержка навсегда останется в сердцах граждан Турции. Мы, в свою очередь, выражаем искренние соболезнования пострадавшим в результате землетрясения в Турции, людям, потерявшим близких. Кыргызстан разделяет горе вместе с турецким народом. Рахат Батырбекова, Гумиш Куттубеков, СТВ.